Всем привет, друзья! И вот уже официально Россия отступает с Херсона, говоря о том, что будут заняты позиции на левом берегу. Я, конечно, очень рад тому, что Украине удалось выдавить противника и врага с Херсона и с правого берега. Но тут возникает вопрос. Россияне четко занимают позиции на левом берегу, то есть Херсон становится линией фронта. В Херсоне будут расположены вооруженные силы Украины, которые законно будут там находиться, и противник будет считать эти позиции вражескими. По сути, Россия с противоположного берега Днепра будет наносить различного вида удары по Херсону. И, по сути, Херсон постигает участь Харькова. Я лично считаю, что это, конечно, не очень хорошая ситуация для простых мирных граждан. Я говорю за тех, кто проукраинский. За тех, кто звали Россию, мне их не жаль. Они теперь вкусят то, о чем мечтали. Мечтали российского мира. Вот теперь с противоположного берега будут ловить российские снаряды. Дай Бог, чтобы Украина выстояла, чтобы как меньше разрушений было в этом Херсоне, чтобы люди выжили. И вооруженным силам Украины желаю победы. Но то, что Херсон прочувствует теперь, что такое быть линией фронта, это жесть. Многие скажут, вот Херсон уже столько воюет. Вы подумайте, где была линия фронта? За много-много километров от даже границы административной города Херсона. А теперь это будет линия фронта.